Здравствуйте, друзья, добро пожаловать в Дубай. Чуть не уронил! Там плохо видно. Слушайте, ну страшно, реально страшно. Сегодня мы приехали в самый большой тематический парк IMG World of Adventure. Смотри, какой огромнейший парк, здесь внутри куча всего интересного. Так, моя рекомендация, приезжать сюда обязательно, ребят, сюда приезжайте. Это, наверное, самый большой в мире парк, взрослым и детям всем зайдет. Еще рекомендация, приезжать пораньше, с утреца. И еще рекомендация, видите, какая очередь, это очередь за билетами. Ценник в районе, по-моему, 300 дирхам. Можно купить дешевле, в районе 250. Мы так и сделали. Мы пока ехали в такси, уже быстренько купили билеты. Со скидочкой, все как положено. Ну и плюс рекомендации, куда поехать. Тоже зашли на сайт, почитали. Туристина Дубай, рекомендую. Так, ну что, заходим, смотри, как здесь все красиво. Динозавры, смотри, нас встречают. Здесь, правда, в Дубае очень сложно со съемочками, поэтому буду аккуратно снимать все, если где-то что-то будет скрытно. Так, рассказываю, как купить билеты дешевле и не стоять в очереди. Туристина Дубай, сайт под видео, оставлю ссылку, заходите, офигенный сервис. Мы еще с ним знакомы с прошлого раза, они с 2014 года работают, поэтому не стесняйтесь, спокойно покупайте. Я оплатил криптой, USDT, скидывайте им TRC20 и все, никаких проблем. И сразу подходите, здесь показываете билетик электронный и все. Но у них еще много других способов есть, поэтому заходите, выбирайте. И потом вы можете зайти на этот сайт, как и мы там уже сделали, террасидин, как и раз, куда едем, смотрим рекомендационные места, куда поехать. Я хочу еще там кататься на специальных лодках, там индивидуальных, вообще крутая тема. В общем, все билеты по всему Дубаю, даже по всем Эмиратам. И в других Эмиратах тоже есть вот эти все развлечения. Все, туда заходите, выбираете, списывайте там менеджер, что вам все подскажет, и едьте. Дешевле реально намного. Сейчас я вам покажу цену билетов здесь. Или не скажу, ладно, не буду снять, там где-то сижу. Ну все, и уже не надо ничего стоять с оплаченным билетом. Просто походите, вот Жанна сейчас показывает им скан, и все. И сканеры, и все, и заходим. Опаньки. Там сканируют с телефона. Второй билет. Thank you. Все, никаких бумажных билетов, век цифровой технологии, также здесь. Парк просто обалденчий. Смотрите, сейчас вот с утреца мы приехали, хотя, ну, знаете как, 12:47, но днем сейчас здесь просто будет битком. Вот вы видели, да, сколько народу там на автобусах выходит. Давайте еще раз там назову парк IMG World of Adventure. Здесь много всяких парков аттракционов. Вот, если не знаете, куда поехать, прям там даже ребятам в чате пишите, туристы на Дубай, говорите, ребят, вот у нас такой-то возраст, у нас такой запрос, мы хотим то-то. Они вам скажут, куда лучше поехать, реально. Вот прям посоветуют вам от души, как и я. Все лайфхаки, все полезные. Пишите ваши комментарии, друзья, обязательно. Поддержите видео лайками. Это для меня мотивирует, и алгоритм YouTube, к сожалению, так устроен. Если не будет этой активности, ранжироваться видео не будет, и вашим друзьям, и вашим близким не покажет. Вот спасибо, вот алгоритм YouTube. В прошлом видео вы офигенно поддержали, просто спасибо, я для вас стараюсь, снимаю контент. Вот, когда идет этот просмотр, да, идет мотивация для меня, вы меня заряжаете, а я вас в ответ заряжаю точно так же положительными эмоциями, всякими солнечными, морскими, как всегда. То есть вы всегда потом пишете, что нереальные эмоции передаются. Проношу камеры, здесь сошлись места, где нельзя снимать. Блин, по-любому сниму, не знаю, как угодно, но зайду, пронесу, спрячу и покажу вам все. Все, по поводу квартир, покупки, да, в Дубае, в Турции, в Таиланде, на Кипре, где угодно, пишите мне под видео, есть все ссылки, то есть именно под видео в комментариях не пишите, а многие туда пишут, там теряются запросы, но я просто не успеваю смотреть. Все доступные виды связи есть, WhatsApp, Instagram, все что угодно, там или я, или менеджер свяжутся, ответят, но мне передают запрос, я лично контролирую каждый проект, вот, поэтому, если что, даже если я буду в Дубае или в Турции на этот момент, то, может быть, я лично вас буду сопровождать, поедем по застройщикам, вот, все, покажу цены от застройщика, контракты от застройщика, никаких агентских комиссий, вот, на первичку нету, все прям в лучшем виде, наоборот, настолько полезности. Да, мы для вас поможем и с ВНЖ, с оформлением, и резидентство, если это Дубай, да, открытие счетов в банках, все плюшки, которые нужны, все поможем, гражданство получить, все сделаем, полное юридическое сопровождение, в общем, все только в бонусы от нас. Такая вот красота. А по поводу оформления туров, вот к Жанночке, пожалуйста, обращайтесь. Она и ее менеджеры, у нее по всей России работают, вас оформят удаленно, можно по всей, из любого региона России отправить по лучшим ценам от туроператора, все. Все, хорош болтать, пойдемте отдыхать. По видео также вся информация на Жанну будет. Ну что, начинаем. Особенности этого парка. Вы смотрите? Здесь у вас вроде бы смотришь, детская какая-то эмблемка. Я этих героев не знаю, но дети ваши точно знают. Покажите им тоже это видео, посмотрят. Ты заходишь, а ты не знаешь, что там на самом деле будет. То есть даже взрослые, заходите, не стесняйтесь. Там может быть что-то необычное и удивительное. Даже страшненько иногда бывает. Обязательно заходите в каждый павильон. Здесь просто гигантский. Смотрите, какой здесь
потолок, да, я все не вставляю, как все это держится. Но Дубай молодцы, здесь все самое большое. Там большие торговые центры, самые большие океанариумы, самые большие аквариумы, самые большие башни Бурдж-Халифа. Все в плейлисте, обязательно смотрите все видюшки, заходите, прям подписывайтесь, плейлист, и все там смотрите. Мы отправляемся к Халку. Все здесь на самых современных технологиях построено. Все светится везде, знаете, в 3D. Если у вас где-то что-то моргает на видео, это моргает, потому что камера может по герцу не совпадать, а в реальности, то есть может быть и 3D. И все, живую здесь, естественно, гораздо лучше. Еще здесь 21 у камеры, у нас 102 с вами. Сейчас стоим пока в очереди, изучаю еще путеводитель. Смотрите, здесь тоже есть и достопримечательности, и транспорт, и всякие новинки, развлечения. Даже торговый центр, шопинг. Видите, все, куда лучше сходить. Ночная жизнь, блоги всякие, очень много всякой полезной информации. Заходите, листайте, тоже вот так вот, чтобы на следующий день спланировать себе новую интересную поездку. А здесь у нас будет что-то в очках. У вас, естественно, без очков, но имейте в виду, что это будет выглядеть лучше. Там трое очков. Вот так вот выглядит у нас безобидно. Интересно, кресла очень мягкие. Все, полетели. Вообще не пилот, это реально на корабле. Так, ну как вам ощущение? Жанна была еще вот в Абу-Даби, в таких аттракционах. Говорит, там еще круче даже было. Прям вообще. Здесь немного как-то в очках качество такое. Но все равно. Слышишь, как все визжали? Мы уже просто опытные. А так, ощущение обалденное. Здесь есть все такое, как городок такой сделан. Мир Марвела. Дети тут, конечно, вообще от восторга летят. Мы это эти мультики не смотрим. Главное, не пропускайте, заходите вообще каждый. А это, конечно, рай вообще. Детям особенно, но и взрослым тоже надо. Вообще адреналин полезен для здоровья, поэтому обязательно приезжайте, заряжайтесь адреналинчиком. Как вам ощущение? Слушайте, вообще обалденно. Жанна говорит, Абу Даби все равно круче. Все масштабнее прям как-то. Здесь тоже первый раз едешь, классно. А если были в Абу Даби, Жанна говорит, может быть, уже не надо ехать. Ну, я бы сам поехал. Здесь первый раз вообще. Мне восторг, дети прям вообще еще. Динозавр Адвенчер. Давайте, а полезность их немножечко. Ну, давайте вот вам промороженный процент скажу, чтобы вы понимали. 39 дирхам на 25 нажатие. И получите цену в рублях. Я пользуюсь любым конвертером, то есть я тоже может пользоваться любым конвертером. Это 1000 рублей или 10 долларов. Вот. И полезности. Мы сюда на такси приехали. Все из России, ну или из другой страны, кстати, Яндекс ставите. Русская карта там у вас, я думаю, уже привязана. И все, едете. Мы где-то за 90 дирхам ехали. Ну или за 100. У меня там просто баллы еще. Будем считать 2500. Ну ехать минут 30, наверное, 25-30. Так нормально. Не страшно. Вот. Можете, конечно, на этом проехать. На метро, автобус, но сюда, по-моему, не идет метро, поэтому лучше сесть 30 минут, это здесь, чтобы приехал на отдых, не заморачиваешься, берешь такси, можно большой автобус там взять, там не сильно дороже будет, все, и едешь, никаких проблем. Если здесь кто-то из наших турецких клиентов или друзей, то турецкие карты, которые мы открывали вам, Зират банк, Денис банк, все работает, вставляете, так не работает PayPass, вставляете, все работает, транслир, списывает дирхамы, прямая конвертация, курс прям вообще один в один, как Центробанк, поэтому пользуйтесь. А наши UnPay, там всего пару банков работает. А те, кто под санкциями, не работает, в том числе Тинькофф. Здесь, конечно, все такое масштабное. Ходишь, как будто в городе к настоящему какому. Все, вот крыша такая, звездным небом таким светилась. И сразу ощущение, что ты где-то в каком-то межгалактическом пространстве, на какой-то выгрызнулся по планете, такой, знаете, вообще классно. Так, ну здесь, смотрите, и детская такая зона есть, видите, и горки, лазил. Что, ничего себе, это самая большая горка на детей, которые я когда-либо видел. Там лошадки такие, знаете, то есть маленькими тоже можно. Ну, я думаю, на сайте вот у ребят почитайте там, какого возраста, да, сюда ехать, куда пускают, куда не пускают. Мы пошли какой-то велоцираптором. Все, добро пожаловать в джунгли велоцираптора. Что-то очень интересное нас ждет, судя по масштабам, которые я вижу потолка. Ой. Музыка такая еще интригующая. Так, ну что, друзья, очистили мои карманы, попросили все вычистить, но я пронес камеру.
под ремешок запрятал, короче, и поехал, поехал. Боюсь, надеюсь, нас уже не остановят и не вернут, если по камере увидят мою камеру. Вот здесь ребята из Индии познакомились, пообщались. Мумбаи живет. Обалдеть, такой старт резкий был, я чуть камеру реально. Вот так надо делать, бро! Свободный полет не пойдет. Я, наверное, вообще. Хорошо, что сзади не поехал. Отрывает от крыла. Как, класс? Yeah. Very good. Чё, Гузей? Обалденно. Всё, прячу камеру, начну её отнимать, просто удалить материал. Офигенно. Ребята, как ощущение, как эмоции. Прям он когда стартанул, то есть, знаете, когда на машине стартуешь, ты раз и резко нажимаешь. А здесь не то, что резко, здесь прям рывок такой был, что у меня прям вот с камера не берите с собой камеру, чтобы вырынуть. Да я с опытом. Эмоции с сюда, у нас еще на всякий случай камеру спрячу, попросим материал залить, потому что эмоции вообще бомба, обязательно езжайте. Все надежно, безопасно, там 10 тысяч раз проверяли, мы так долго там запрягали нас. Никуда не улетите, ничего с вами не будет. Езжайте, обязательно. Я где-то попал в какой-то тупик, надо было сюда попасть. Ладно, я вот делаю вот так. Время идет, мне еще потом дела, встреча. Ребята, там за строчку надо съездить, снимать вам квартиру еще. Поэтому я вот так вот сделаю. Не обессудьте. Да, он никому не мешает. Все, вот так вот пробрался. Аттракцион. На этот раз мы едем с Жаной. Там камеру держать крепче на этот раз. Здесь, знаете, потом еще есть детский игровой центр. Такими детками помладше можно приехать, там песок, видите, и куча всяких развлечений. Так, ну вы сразу не торопитесь, выходите, вы прям поблуждаете здесь, потому что может казаться, что видите, что ничего нет, а на самом деле вон еще аттракционы. Аттракционов очень много, видите, еще с динозаврами. Ну а чередишку готовьте, что будет стоять, там детей много. Можете, кстати, у ребят спросить, потому что они скажут, какой день лучше ехать, чтобы поменьше народу было. Хотя, мне кажется, здесь всегда народ. Я с ребятами разговаривал из этого, из Индии. То есть он приехал сюда учиться, в Шардже живет. И вот, как бы, видите, собирают их автобусами, можно сюда. То есть, несколько ребят. Так что будьте готовы немножко в очередь постоять. Так, конечно, очень атмосферно, прям, знаете, все так сделано везде. Рыбы электронные, пожалуйста, к вашим услугам. Прикольно. Ну, все очень, конечно, атмосферные эмоции. Кучу можно получить. Берите с собой взять пауэрбанк, то здесь все время что-то снимаешь, он садится. Вот тут не пауэрбанк, здесь еще карту мне торт, но что-то сейчас не работает. Площадка с песком. Так, вот аттракцион. Кажется, что он розовый такой для девочек. А, еще голубенький для мальчиков. Но он пипец как крутится, я видел в интернете. И она говорит, что не поедет даже. Хотя вон сколько детей катает. Двери открываются, вот так детки все. Афины забегают, разбирают места. Знаете, насчет безопасности, смотрите, там как они долго все проверяют, вот ребята забежали, уже минут 7 им прошло, они все ходят, проверяют по два раза, причем один идет сотрудник проверяет, потом этих же проверяет второй, чтобы не было никаких косяков, чтобы никто не улетел туда вот в потолок. Вот, полетели, смотрите, вверх ногами, все визжат там, ого-го. Так что они сейчас у себя, приходите, катайтесь. Классно, да? Катайтесь обязательно. Прям на целый день планируете или на полдня приезжаете. Ну а для тех, кто боится, вот такая вот пчелка, не знаю, кто там вас может покатать. Вот в территории, видимо, да, такая монорельса проходит.
как раз для Жанны. Она боится. Перекусит здесь много всяких автоматов. У нас там от таких игровых зон, где уже за денежку там 30, что-то такой дирхам стоит. 25 нажатий. И можно побросать там иголки, шарики, мячи и что-то выиграть в большом мире. Потом самолет с ним. Не блин. Жанна провела меня в кинотеатр, для тех, кто не боится. Вот такой вот кинотеатр. Кажется, это только начало. Дальше нас здесь что-то интересное. Очень веселый у нас там. Ты здесь набираешь баллы. Музыкация. Все комнаты заходили, везде все весело. Просто, во-первых, один раз оплатили, и все. По всем комнатам бесплатно уже ходить. При выходе из каждого аттракциона есть шопы небольшие, где можно свою фотографию купить, где у вас фотографию или что-то для деток. Вкусняшки, сувениры. Батуты здесь есть, Adventure Park. Там лица можно полазить. 3 или 4 этажа в саду, типа скалодрома такого, сам себя тянешь, но очень веселый, заряжающий, музыка везде играет, все танцуют, ходят, пчелки летают, все, я не пойму, как попасть на этот. А вот и наши пчелки, я не знаю, кто это там, Жанна нашла свою экскурсию. Вот, а тут надо было садиться, не надо показывать пары, да? Так это пчелка или кто, на ком мы сидим? Собака. Собака, а, это собака. Лайф, как у меня тут открылся, все, 3:15. Пойдем посмотрим, что у нас там. Здесь прям смотрите, какая красота. Это мини-диско, как в этом отеле, 80 шоу, флайер показывают. Каждый шоу, не мини-диско, а шоу проходит. Так садишься, обалденно, все так классно. И всякие фокусы, шмокусы показывают. Вот, сейчас, смотрите, вылетит птичка или динозавр вылетит. Давай уже. Мы ждем. Все ждем. Лайк заряжаем, ребят, ты еще лайк не зарядил. Ой, я сказал. Попугай. Ой, нет, точнее, это голод, вот вам далеко отсюда видно. Все устали, вот так присели, отдохнули, шоу посмотрели. Ну, тут много разных зон, мы сейчас из этой зоны вышли. Здесь на самом деле дюжи. После этого уже можно голос потерять и забыть, что говорить. В общем, заблудиться можно, надо прям внимательно смотреть, во все эти заходить, потому что мы уже не понимаем, где мы были, где мы не были, то что постоянно параллельно все выкладываем еще в Телеграм. Кстати, заходите, я туда эксклюзив выкладываю, то что в Инстаграм, ну, в Дубае вообще тяжело грузить, там 1-2 сторис выложу, а в Телеграме прям вот эксклюзив и прям онлайн. То есть все можете увидеть прям из первых источников и раньше всех все узнает. Так что заходите. Ну, заходите в каждую, Ой, это комната страха. Пойдем в комнату страха. Я никогда не был в комнате страха, представляешь? Я хочу на очередь, правда. Как пробраться без очереди? Чудо произошло. Представляете, я подхожу ко входу. Я подхожу в начало очереди. И стою, и меня спрашивают, вы один? Я говорю, да. Они говорят, подойдите сюда. И ко входу меня прям начало поставили. Еще видим, кто поодиночке, они, чтобы очередь не ждать, здесь попарно в тележку садятся. И меня с кем-то вот запустили сюда без очереди. Я пошел первый, как самый бесстрашный. Хоть я это не видел, ничего не видел. Мужчин я не люблю, но пошел первый. Открываем все, темнота, ничего страшного. Это лифт. Тут сказали, что снимать нельзя, поэтому у вас тут скрытая камера. Самое интересное, что ты спекаешься, если отсюда не выйдешь уже, потому что дверь закрыта. Мы в лифте застряли. Кто первый выходит? Я пойду, я самый бесстрашный. Хотя боюсь. Пропустить кого-то передать, и мы всех напугаем. О, можно пойти направо, можно пойти налево. Так, я пойду налево. Ну тебе нет, там страшно, пойду направо. Сейчас я всех напугаю. Смотри. Так, сейчас кто-то теперь меня в ответ напугает. Закон вселенной называется. Бля, кому-то тебе страшно стало. Кто первый пойдет? Ладно, я пойду. А вам же на голову ничего не упало. Вот у вас лайв-контент. Так, что-то пока никто никого не пугает, это значит, сейчас скоро будет очень страшно. Вам плохо видно? Я даже не видел его, блин. Я ура, что я вообще. Не буду ругаться, блядь. О, вот это адреналинчик. Мурашки пошли. Ладно, давайте, я пойду.
Так. Пипец, ребята. Блин, мне тепло волосы дыбом встали. Пипец, я так не люблю фильмы ужаса. Но всегда стараюсь выйти из зоны комфорта, чтобы проверить себя. Это вам надо, конечно, сейчас на телефон я буду снимать, потому что здесь ничего не видно на камере. Просили убрать камеру. Я сейчас буду вам так... Здесь где-то, знаете, статуя стоит в темноте, еле видно. И обычно это какой-то живой человек, который потом оживает и пугает себя. А где-то нет. А самое стрёмное, что я иду последним. Сзади сейчас кто-нибудь на меня напрыгнет, это будет страшно. Блин, какое-нибудь ущелье, сейчас кто-нибудь выскочит. Хорошо, что Жанна сюда не пошла, это очень страшно. Жалко, что вам не видно, здесь гробы трясутся. Просто трэш. Слушайте, ну страшно, реально страшно. Потому что иногда кто-то закрывается со всех сторон, и ты не понимаешь, что здесь что-то, ну, точнее, понимаешь, что что-то случится, даже никуда не денешься. Где-то тебя сзади пугает, спереди. Когда я шел спереди, чувак меня напугал, я даже не видел, он, блядь, выскочил, я чуть это... У меня волосы реально дыбом стали, потому что жалко вам камеры не передать. Я достал телефон, потому что лучше снимать, хотел него снять. Но они сразу же, перед нами в группе, блин, засланный казачок. Он идет сразу такой, стоп, камера, стоп, фото. То есть они это делают так, чтобы люди ходили и не знали, что там будет. Реально в интернете не найдешь это видео. Но я вам на камеру снял темноту, снимал ощущение. Лайкосик залезайте. Блин, прикольно. В горло сейчас опять мой голос сядь. Опять покричал чуть-чуть и все. Очень много разговариваю, очень много контента. Но если у вас слабое сердце, лучше не ходить. Потому что это реально опасно. Мое сердце измученное тут. Я вот иду, у меня до сих пор пятка, вот левой пятки колет. Вот, то есть насколько проходит вот от страха какие вот эти эмоции. Знаете, как подходишь, когда с высоты смотреть, да? Такое прям это дребезжание в теле идет, когда на огромной высоте, там, без поручней, без всего. Когда вот по крыше в детстве лазили. Ой, опять не пойду. В чем там заходишь, они делят на две группы. Там ребята были компанией большой. И идут все по разным комнатам. И ты идешь, они откуда-то выскакивают, пугают. Ну это вообще. У вас, короче, только звук будет. Немножко, может, что-то видно, все это нельзя снимать. Но я осталась. Запрещает в интернет вообще все это выкладывать. Страшно, реально. Вот так вот я первый пошел, и первого меня там жестко напугали. Да, страшно. И самое страшное, что идешь, когда последний, кажется, что сейчас на тебя кто-нибудь там напрыгнет, это вообще будет конец света. Ну, прикольно. Это огромный зал, какое-то огромное представление. Каждые полчаса проходит, мы два раза не могли попасть. В общем, здесь такое шоу. Здесь нет кресла, 5D в очках. Здесь все трясет, так. Пара летит, ветер летит, по ногам что-то там сбивает. Короче, 5D кинотеатр. Очень прикольно. Так, ну это еще не все. Смотрите, какие здесь есть аттракционы. Вот так вот тебя крутят, вертят. Вот такая вот там красота. Заходишь, и тебя крутят вот так вот со всех сторон. Во все стороны. Здесь, знаете, американская горка, как-то влетающая в здание. Как паук через паутину. Сейчас туда попробуем пойти пробраться. Спайдермен. Обязательно все обходите, потому что иногда может показаться, что ты все обошел, а потом еще все находится в логово человека. Вот так. Здесь надо руки вот так делать. Не бояться. Надо боиться. Did somebody call your friendly neighborhood Spider-Man? As much as I always love listening to Это. Так, ну что, как эмоции? Судя по пиканью, которое будет в видео, я замажу, постараюсь. Я не ожидала. Я думала, это просто
плавная такая, американская горочка такая, ну как... Ну, такая изи. Такая изи, а это просто жесть. Крутит. Со стороны... Во-во-во-во, полетели. Со стороны, это кажется, ничего такого. Да. На самом деле тебя кидает там прилично. Во все стороны. Да, прижимает там иногда так сильно. Мне весело было, мне вообще смешно после этих больших американских горок. Классно, в общем, идите, катайтесь. Паутину. Примерно такого же плана вот в Абу-Даби, на это, там Джерри. Такая шумиха везде повсюду. Где орут, говорит. Теперь хочешь туда, где орут. Ну, зачем так орут? Я уже забыл, где мы были. Были здесь, не были. Столько развлечений, что просто все не обойти. Да, руки трясут. Я просто не думала, что там так. Если бы я бы знала, я бы никогда бы не пошла. Вот сюда не пошла. Вот сюда бы пошла, а не туда. Твои развлечения. Тем более, у нас собачки летают. Столько аттракционов, мы реально просто заблудились, мы выход найти не можем. Смотрите, какая красота. Отходим, спрашиваем, где выход? Мне кажется, мы не все обошли, поэтому приезжайте, отдыхайте. Спасибо всем, кто провел время с нами. Огромное вам всем удачи, как всегда, и пока. Смотрите все видео, подписывайтесь прямо на плейлист. Много-много всего интересного здесь, просто много разных видосов будет выходить. Держитесь, как всегда, подлетитесь.